Так, сейчас вот попробую записать. Автомат, 8 скоростей. Поддержка на хох. С амортизатором, конечно, мощно. Вот 20 по такой дороге вообще мягко. Дядя Андрей на велике электро. Вот он едет второй раз. Самый прикол, это, конечно, вот если мануэль ставишь первую скорость, чтобы он сам не переключал. И он забирается, я аж удивился. Вот это, ну, на камере, наверное, не очень. Здесь очень сильный подъем. На простом велике ни за что не подымешься. И мотор вытягивает. Сейчас попробую так показать. Вот, очень крутой, и он тянет на первой, вот, он сам не переключает, это первое, и самая сильная поддержка, все, и он, мотор тянет, вот, я даже, все, это, конечно, мощь. Ну, я, конечно, педали усилия делаю, но на простом велике сюда уже бы не поднялся. И это потому, что у него два ведущих сзади. Специально вот это вот этот механизм делает. Переводит силу на два колеса. Так, сейчас попробуем. Скорость. Так, сколько километров? Сейчас у меня, ну, ваты 10. Все, это он в холостую, вот покажи. Я сейчас 31 километр в час, я сейчас буду пробовать, ну, трение, как будто в горку, да, вот сколько у него мощность. Так, теперь мне спускаться на сюда, да? Да, снимаем. Сколько ват? Так, 50, 59. 60. А километры в час держит, да? Километры, да, держит. Так, считываю, сколько ватт? Ватт 80, 79, 90, прыгает. А километры? А километры 30. Ну, видишь, какой мощный мотор. Километры держит тоже 30 и ватт 1. Ватт 100 есть? Около 100 уже. 100 есть. Уже промелькнуло 100. Вот, то есть сейчас сильно давлю. Больше пошел. Я уже не могу давить. Видишь, какое трение. То он в горку может, мощное колесо, в горку может 30 км в час без проблем.